Я Леня Шиловский, мне 5 лет. Я живу в городе Новосибирске. А это папа и мама. Привет! Хай! Это моя кровать. Это мои игрушки. Это мой шкаф. Это мой столик, где я рисую. Я люблю гонять с папой на тачке. На машине спортивной. Дочь, помаши ручкой. Привет! Хочешь показать свой альбом? А вот он, Ленин альбом. История моей семьи, наши традиции и праздники. Леня Шиловский. Вот он, Леня. Иди на, показывай. Иди на, показывай. Это моя мама. Мама, папа. Это я, а это мой папа. Да. Мама, я выступаю с оркестром. Духовым оркестром. Да. Я люблю группу Скелеты. Я люблю певца Джон Купера. Я люблю играть на барабанах. Это мои барабаны. Встречайте, Леня Шиловский и его родители Денис и Надежда. Ой! Здравствуйте. А долго репетировал, прежде чем такое видео записать? Да. Долго? А нравится тебе? Да. А ты где первый раз барабаны увидел? Он просто родился с таким даром. В пеленочках еще маленький такой вот был. В пеленочках мы его закутывали. И даже сами не подозревая того, но просто слышали, что он засыпается звуками ритмичными. Просыпается, издает такие звуки. Вот, Денис, скажи, как вот. Ти-та-та, ти-та-та, вот. Ну, что-то такое вот. Мы сначала не понимали, что такое. Ну, стучит и стучит как бы. А потом, ну, поняли, что как бы ритмичные звуки у него получаются. Когда начал подрастать, взял карандаши, кастрюли в ход пошли. Я вас так слушаю и удивляюсь. Знаете, чему? Я точно помню, такая шутка была. Даже я в детстве ее от всех слышала. Что хочешь поссориться с друзьями или им насолить, подари ребенку барабан. Было же такое. А тут вы... собственноручно это сделали. У меня есть приятель, барабанщик. Он подарил на год, заметьте. Твоему сыну барабан. Барабанные палочки, да. Ну, такие расписанные, хохломой. Больше ты с ним не общаешься, да? И с сыном тоже. Ты даже круче меня. Ты это понимаешь? Да. Леня, жги! Давайте мы глянем сейчас видео, которое вас на самом деле прославило. И вас, и сына вашего, и всю вашу семью. Глянем. Леня, Лень, ты понимаешь, что это ты? Ты понимаешь, что ты знаменитый просто? Mm-hmm. Да? Ты даже круче меня. Ты это понимаешь? Да. Это же барабаны, это же заниматься надо, возить куда-то, это же надо...
тратить на это кучу времени, но вы же это делаете, вы же не задушили это на корню. Ну, вот картинка, да, акустические барабаны, это лето, это балкон. Прежде чем мы это сделали, я обошел соседей сверху, снизу. Я вам про это и говорю, это же Марокко. Кто-то ограничил, давайте вот с 10 до 6, вот ограничения последние были, это с 10 утра до 6 вечера. Денис, все, и под вами, и над вами можно продать квартиру очень дешево, правильно я понимаю? Соседи нас любят, не переживайте. Ну, у вас еще сидит потрясающей красоты принцесса. Анюта. Она у нас акробат. Акробат. Она номера такие выдает. Она мне на шею залазит и потом сальто делает. Как ее зовут? Аня. Анюта. Ань, покажи чудеса акробатики. А? Залезь папе на шею. Не надо, не надо. А? А. Давай. Отойди, отойди только. Она испугалась, она не ожидала. Она, бедная, испугалась, моя маленькая. Конечно, испугалась. Она не ожидала. Я бы тоже испугался. У нас сегодня в студии не просто барабанщик, а барабанщик от Бога Андрей Шатуновский. Андрей. У меня вот вопрос. Папа сам на барабанах играет? Нет, я на гитаре играю. А что тогда вы делали за сыном, когда он играл? Понимаете, он еще в таком возрасте, когда он нуждается в поддержке папы. А чем папа может поддержать, если папа сам не играет? Он чувствует меня как за горой, как за каменной стеной. Он знает, папа со мной, и я все смогу. Мне просто видно, что папа все время что-то подсказывает. Ну, конечно, конечно. А что может папа подсказать, если он сам не играет? Леня, жги! Леня, жги! У меня одна подсказка. Леня, жги! Потому что ему, смотрите... Он, например... Причем, заметьте, Леня был бы боксером. Я бы точно так же бы приходил. Папа бы стоял бы у ринга, да? По-любому. Подождите, ну вы как... Я бы говорил бы, Леня, жги. Как профессиональные качества оценили, пацана? Да рано пока еще оценивать. Да вы что? А он сам палочки в руки взял, и это очень хорошо. Мы же рассказали, он родился с этим. Родители, любимые мои, уважаемые, бабушки, которые нас сейчас смотрят, не бойтесь, что у вас ребенок... ординарный. Прислушайтесь к нему. Он вам скажет, чего он хочет. А дальше ваше право. Дать ему это или нет. Да. У нас есть право дать этому молодому таланту, не суй палец в нос, блин, застрянет, сыграть не просто композицию «Канкан», с духовым оркестром «Модерн».